В Великобритании призывают экономить воду. Поставщики просят пользователей не принимать ванну и открывать краны только для нужд первой необходимости. Десятки тысяч людей в стране столкнулись с проблемами водоснабжения. Что стало причиной кризиса и как его решают? Светлана Чернецкая из Лондона. Быстрый душ вместо полной ванны, стирка только при критической необходимости. Британцев призывают прикрутить краны. После сильных снегопадов в стране большая оттепель. На термометре уже не минус, а плюс, и трубы начали массово протекать и рваться. В Лондоне и его окрестностях десятки тысяч человек остались без воды. В некоторых домах ее нет уже третьи сутки. Люди жалуются, что заканчивается чистая одежда, и они не могут дождаться хорошего душа. Для нас вода – это критическая необходимость. У нас все зависит от воды. Без нее нет бизнеса. Мы не можем готовить пищу, мыть посуду, поддерживать чистоту. Это серьезная проблема. Тех, кому повезло больше и вода есть, призывают не перегружать системы и открывать краны только для самых необходимых нужд. Снова пришлось закрыть школы. На прошлой неделе занятия не проводили из-за сильных снегопадов. Теперь из-за отсутствия водоснабжения. В некоторых заведениях открыли пункты раздачи бутилированной воды, а в магазинах она разлетается с прилавков мгновенно. Компании-поставщики уверяют, уже несколько дней работают непрерывно, чтобы устранить все поломки. Таких массовых проблем с водой здесь не было давно. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала Интер.